Консультации с парламентскими фракциями. Майя Санду встретится сегодня с депутатами и представителями партии. В повестке обсуждения отставки правительства Иона Кику. Встречи пройдут в государственной резиденции президента. Первыми в списке заявлены социалисты, затем представители партии действия и солидарности. В 14:00 в резиденции ожидают депутатов от платформы ДАМ, после них демократов. В 16:00 у Майя Санду запланирована встреча с представителями партии Шора. В 16:30 с парламентской группой про Молдова. А в 18:00 президент проведет брифинг для прессы. При этом представители фракции пока не подтвердили своего участия в консультациях.